Всем привет, зрителям моего канала Сад Чекально. Сегодня хочу показать, сегодня утро, показать, что у нас пройти, посмотреть, что мы на этот день сегодня имеем. Вчера опять косил, как говорится, замучило это кошение, блин, никак я не могу докосить. Купил шпулю, я в прошлых роликах говорил, купил шпулю. Вот вчера докосился до того, что шпуля, короче, развалилась. Вырвала вот эти крепления с двух сторон у шпули. И она просто разлетелась. То есть верхняя крышка вот эта вот осталась на ней только. Нижнюю всю вырвала. Из-за чего это произошло? Потому что у меня неровности. И я говорил же, когда вперед идешь, толкаешь, все время упираешься. Из-за этого крепление первый раз оторвало. Потому что на излом идет. И потом вот, говорю, ладно, поменяли здесь крепление металлическое, вот это вот. Вот оно крепит эту вот защиту. А потом развалилась шпуля. Шпулю покупал уже более дорогую такую, с кнопкой. Вроде нормальная шпуля, зато вставляется без усилий. Сюда накручиваешь нормально. Ну вот не выдержала, развалилась. Разлетела шпуль, то я собрал. Тут ее можно закрепить. Но вылетела бы вот эта пружина основания внутри, которая толкает, ну, когда леска вылазит. Короче, пружину я это не нашел, там травы много. Ну, идемте пройдем, посмотрим, что я там покосил. Первым делом хочу показать вот наши смородные кусты. Здесь у нас по автополив стоит. Вчера поливал. Вот, смотрите, поднялись как маленькие кустики уже. Повылазили в некоторых. Но не везде. Где были черенки, просто. Они только вылазят, только вылазят. Вчера поливал. А так-то нормально. Вот где уже были, как вылезли, ну, вылезли уже, где были. Они вот уже, видите, какие высокие стоят. Вот, смородные кусты новенькие. Стоят вот такие высокие кустики. Вот. Вот. А где еще как? А где еще не было? На некоторых не вылезли еще даже. Видите, черенок стоит. Пока не вылез. Вот, поливаем. Потому что засуха. Ну, если в этом году не выйдет, посмотрим на следующий год. Если весной ничего не вылезет, будем пересаживать. Идемте на яблони посмотрим. Ну вот сейчас прошли к яблонькам. Вот так вот я докосил. Это вот последний ряд. Вот мы маленько докосили. Вот видите, как преобразилось поле. Давайте вот отсюда. Сейчас прям подальше отойду. И посмотрим. Вот здесь у нас будет проход. То есть здесь проем под трактор у нас будет. Вот это наш проем, вот сейчас выйду. И вот отсюда идет поле. Видно, вроде бы так. Вот такое вот поле с яблонями. Видите, как рядовочка все ровно. То есть каждый ряд у нас идет ровненький. Вот идет ровненькие рядочки. Рядочки идут все. Палочки поставлены. Каждый ряд. Все по ниточке натянуто. Здесь под трактор, под мини сделали. В общем, вот так вот мы тоже поливал вчера, включал. Потому что жара. Ну, в общем, вот докосил. Немножко оставалось. Вот эта шпулька разлетелась. Видите, неровности здесь у нас эти вот ямы. После трактора, как трактор копал, ну, этот сбронил, разрыхлил, более разровнял. Вообще было неровности очень сильные, и вот из-за этого, короче, этой, как говорится, кошение, это все сказывается на леске, на шпульке, на этой. Вот чуть-чуть вот этот бугорок остался. Ну и я хочу чуть вниз туда, вот с погорья, чтобы трава сюда не подымалась, нужно это покосить чуть ниже, потому что забор будет проходить вот после этой лески. Мы возьмем где-то метра полтора, два вниз, и будет забор идти
чтобы если яблоки будут падать, короче, было куда, как говорится. Здесь еще, потому что ряд вот он идет. Это последний ряд тут идет. А там мы посадим, посмотрим что-нибудь такое, типа черешни около забора посадим, чтобы туда не падало во враг у нас. Ну вот, так вот, короче, будем мы сажать. Вот пеньки такие. Леску взял уже четверку. Толщина такая внутри с этим, с графитом она идет. Иначе невозможно, просто до этого тройку рвало быстро, очень уходила эта леска. Потому что тут вот эти колючки, они прям нечто какие-то. Вот вид отсюда вот такой у нас. Здесь столбы перенесутся дальше за березу, как я говорил. Здесь все будет тоже выкашиваться. Вот как. Видите, у нас тут вот эта вот площадка будет выкашиваться. Это все срубим вишни там. Вишни очень много, короче. Там прям заросли вишни. И вишня сама есть. Но она тут нам не нужна. У нас по планам мы вишню перенесем в ту сторону, туда на выходе будет вишня, и абрикос мы посадим там на выходе. Ну, в общем, вот такой вот у нас огород. Такие вот планы. Заканчиваем свое видео. Кому понравилось, ставим класс. Кто не подписался на наш канал Сад Чекалина, Сызранский район, подписываемся, чтобы следить за нашим дальнейшим развитием сада. Ну и всем пока, удачи, ребята!